нашей Родины. И стоит уже почти 400 веков на страже сердца нашей Родины, столицы. Монастырь основан при подобном подключении Боровске в 1444 году на возвышенности при падении реки Чесенец в Аку, Калужская область. 16 жителей монастырь формируется как крепость, сооружается как посмертенный башня, круглая поваренная, оружейная, георгийская. Строится погребной корпус. Предположительно, в середине века возводится мандатная церковь во имя преподобного Пафнутия. Строительство крепости было вынуждено мерой из-за постоянных набежных врагов. 200 лет после зала вам было татарское имя. В 1480 году хан Ахмат предпринял новый поход на Москву. Великий князь московский Иван III выступает на борьбу с ханом. Местным свои ставки он определяет монастырь. А войско становится на реке Угре. В 1610 году, во время шведско-польской интервенции в Москву, через Боровск движется войско Благодетеля II. Происходит штурм и взятие монастыря. Его защитники, многотысячное русское войско во главе с князем Михаилом Волконским, монахи, укрывшиеся в монастыре, местные жители героически погибли. Князь погибает последним, как вы видите на изображении. В 1812 году Наполеон, покидая Москву, проходит через Боровск. Монастырь разграблен и сожжен. Уничтожена живопись, росписи, древние фрески. В период Великой Отечественной войны Боровск в течение 3 месяцев находится в оккупации. Фашисты превратили монастырь в опорный пункт. И в январе 1942 года город освобожден от немцев. Спасибо.